что вода туда. Где мерцает свет моего города? Отношения, это детка украшения. Я знаю эти деньги, фото.
футболист. Но она не любит игры, она любит игры и стресс. Детка одевается, будто лицо хайпист. Но сразу раздевается и уползает вниз. Я кидаю лед по карте, кидаю лед на рист. Этот самый грязный заяц, но перед ними я чист. Знаешь, что, сука, мне врет? Это последний кап, я верил, пока не понял, что сука, хочет денег. А еще что тебе привезти? Бухать меньше надо было вчера, чтобы сегодня не умирать. Ну, я так поняла это. Вы вчера нормально раздали. Какая вы красотка. Что? Господи. Почему, когда выходят за периметр, все перестают общаться? Вы что, с ума сошли? Все эти мыши, блядь, кучкуются. Они наоборот все друг с другом. У меня такое ощущение, знаете... У определенных людей до дома 2 не было ни друзей, ни знакомых, ни каких-то. У меня вообще круг общения другой абсолютно. У меня другие друзья, другие люди вообще. А эти после дома 2 все выходят и это, знаете, как эти гиены, блядь, в стаи собираются, где-то стайками, блядь, дружат. Я не знаю, только одна я, по-моему, ни с кем не общаюсь. Все так жопу друг другу так и лижут. Это сука хочет... Лера, я таксиста бухать домой позвал. Как ты считаешь, мы нормально? Это очень сильно. Стадо, да, стадо, это точно. Это ты снималась в клипе Гуди Панамера, да? Это я снималась в клипе Гуди Панамера. Бля, Федосеев, это я представляю, что вчера было. Мне таксиста позвать домой бухать, это прям вообще идеал. Что за песню напеваешь? Да она уже играла из полуэфира у меня. Это сука хочет денег. Вы молодец, выражаетесь так круто. Это вы еще не слышали. О, знаете выражение какое сейчас? Как же там сейчас? Водки у нас много, денег заебись. Нахуй нам работа, в рот она ебись. Сейчас. О, Лера, ты что так материшься? Почему все... Через 600 метров съезд. Поверните направо, а затем держитесь левее. Почему всех красивых женщин, девушек считают меркантильными? Банальный вопрос. Ну, их считают меркантильными либо завистливые тёлки, либо неудачники, которые... Сейчас депсы обычно стоят. Либо неудачники, которые не могут заработать денег, и для них все бабы, суки и стервы, и меркантильные, и проститутки, и т.д. и т.п. Съезд. Поверните направо, а затем через 300 метров держитесь левее. Либо какие-то войски, которым отказали. Это, сука. Так, сараем. Я сараем хору, ну как, ну, если мы где-то встретимся, я буду рада его видеть. Он держитесь левее. Он будет рад меня видеть, то есть там серия «Привет-привет, как дела?». Через 400 метров после моста поверните направо. Чё веселая такая? Я всегда веселая. А ты пошлая? Ты что? Нет, конечно. Как ты... Ой, у меня вопросики все пропали куда-то. Съезд поверни направо. Да я в курсе. Поверните направо. А затем держитесь левее.
Как прямо 6 километров. Как отпустить старую любовь? Найди новую. Как ты заебла, я-та-та. Эта сука хочет денег. Так, подождите, вот здесь мои красавчики обычно, блядь, стоят, поджидают. Очень важный номер телефона. Блять. Они стоят. Как отпустить двух блондинок? Позови двух брюнеток. Ой, нет, стоят, блядь, подождите. Тут причем один гаишник такой хорошенький. Он меня один раз отпустил. Ну, хотя у меня как бы такого супернарушения не было. Была плановая проверка, но он такой хороший. Я, ладно, не буду сейчас говорить, сейчас тут наговорю лишнего в прямом эфире, что я думала раньше, что я думаю сейчас насчет наших правоохранительных органов. Ладно, Мерседес машина. Как быстро похудеть за неделю? Личный совет, если не сложно. Рот закрой, зашей. Зайчик, если тебя остановят, то показывай фото Алика. У меня есть фото, у меня есть, скажу больше, видео Алика на шпагате. Шевчук или Романец? Конечно, Шевчук. О чем вы говорите? Какая Романец? Блядь, злобное существо, которое всех ненавидит и, да, всех грязь какую-то гонит. Впереди дорожные работы в среднем ряду. Красиво, спасибо. Абхаз, наверное, это мент, потому что они такие часто. Не-не-не-не-не. Наш русский мальчик молодой, очень хороший. Такой симпатичный, такой вежливый. Я говорю, простите мне, извините. Смотрела, да, я смотрела со Стасом, со Стасом Пьеха «Секрет на миллион», очень нравится. Так, когда детки? Ну вот, когда тест две полоски покажет, я тебе в личку его скину. Миша Лермонтова из Харькова, смотришь? Нет. А, ну я поняла, о ком вы говорите. Я его видела пару, ну, еще давно, когда он там только начинал свою блогерскую деятельность, еще давно знаю. Здорово, они живут заебись. Какой заебись, вы же будете, блядь? Замужем за Гусевым, в Кембридже таунхаус, блять, отношения хер пойми какие. Ну, так вот, Феофилактова живет заебись. И слава богу, знаете, когда, блин, уходишь от каких-то мужчин, и на их место приходят другие мужчины, и жизнь улучшается, и все круто становится. Поэтому вот Женя мне очень нравится. Так, ладно, бог с ними, что мне с ними за них разговаривать, неинтересно. Замужем за гуся. Так у него фамилия такая, Федосеев. Как сосала в туалете? Нет, в туалете я не сосала, представляете? Не сосала. Вот своим парням везде сосала, а в туалете не сосала. А, так. О, Ванити! Ваня! Ты кому там, зараза, такое предложение вчера делал, а? А ну, признавайся быстро! Через 1.5 километра съезд. Поверните направо, а затем держитесь левее. Федосеев, а ну рассказывай, кому он там предложение делал, а? Ваня, а ну возвращайся сюда, быстро. Ваня, ты зачем предложение делал? Ваня, ты что смеешься? А ну рассказывайте. А, он еще и гелик пообещал. Ах ты ж зараза такая. Ну все, пипец тебе. Не, ну пообещать не значит жениться. Я-то знаю, что Ваня только меня любит. Ваня.
через 500 метров съезд. После моста поверните направо, а затем держитесь левее. Ваня, а ну вернись! Срочно! Куда ушел? Что-то у меня эфир не подвисает, что-то я ничего не вижу. У меня вопросы не идут, блин, а как их... Ой, а у меня интернет... Съезд. Поверните направо, а затем через 200 метров. Держитесь левее. О, все, подождите, заработало. Гелик пообещал. Брюш выбрала цвет гелика уже. Кто там, блядь, выбрал? А ну, слышишь? Держитесь левее. Кто там номер гелика? Этот цвет гелика выбрал. Скидывай ей мой через номер. Через 300 метров. Держитесь левее. Скидывай ей мой номер, я расскажу. Чтоб она себе не цвет гелика выбирала, а цвет волос новых. Я за Ваню всех порву. Держитесь левее. Ваня, а ну, зараза, вернись. Впереди камера на 60. Через 600 метров поверните направо, а затем поверните налево. Ваня, ты обещал мне подарить дом. Ой, как я обожаю вас. Нет, ты видишь, он, Федосеев, ты понимаешь, вот он сбежал. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Ваня, ты понимаешь, что если ты кому-то пообещал гелик, тебе придется мне купить два гелика? Нет, гелик и эску еще в придачу. Поверните налево. Ты понимаешь вообще, что ты сделал? Ваня, уезжай из страны, я тебе говорю. Через 300 метров поверните направо. Иначе я тебя найду и что-то сделаю в тебе. Федосеев, нет, я тебе шутки не шучу, я предлагаю это. Нам кооперироваться и Ваню под домом. Поверните направо. Под домом караулить. Я тебе Бентли куплю. Бентли себе купи, а мне Роллс-Ройс купи. У тебя есть парень? У меня есть в этой жизни все. А у тебя что? Так, нужно заехать что-нибудь фруктов купить. Какие? Ой, мне лимон надо было купить. Ой. Слышала историю на Шевчук с хирургом. Ну, потому что нехер делать сиськи. Поэтому я сиськи и не делаю, и не сиськи, и не нос, я ничего не делаю. Маршрут перестроен. Ничего не перестроен. Поэтому я себе ничего не делаю, чтобы потом сиськи под мышками не искать. И нос. Не это. Зай, он вчера считал, хватит ли ему на новый гелик. Так, что я хотела? Почему такая мимими? Да я не мимими. О, показать вам, какие я очки купила. Нет, это я, сука, сноубордические. Смотрите. Крутые. Ты ебалась? Да вы что, никогда в жизни. Мне манго возьми. А еще что тебе взять? У тебя есть высшее образование? Конечно, есть. Я тележурналист. Вы думаете, если бы у меня не было высшего образования, я бы могла бы так искусно нахуй посылать? Ни в коем случае. Все дело в высшем образовании. Постоянно в машине снимаешь. И что? Хочу, снимаю. Какие? Так, подождите, где моя кредиточка? Так, сумку, я думаю, очки еще одни, гляньте, я очки еще одни нашла. В машине мои, что хочешь найти, можно. Лера, скажи, пожалуйста, ради бога, что за песня про суку, которая хочет денег? Ой, ты моя хорошая. Так, это поет Крид, Трилл Пилл, и Морган как-то там его, называется «Грустная песня». Ты перестала делать... Где тут вход? Я заблудилась. Перестала делать губы. Почему? Потому что это уже отстой давным-давно. Я ничего себе вообще не делаю. Ни губы, ни сиськи, ни носы. Цвет волос мой, только нарощенный. Я сейчас просто еще доотращиваю свой цвет. Опа, что это тут за эска у нас с номерами блатными стоит? И доширак.
А еще брови я сегодня сделала себе. А что, у меня опять интернет пропал, что ли?